Добрый день! К нам в руки попал новейший образец IP-видеокамеры Hikvision DS2CD8464FEI. Кроме того, что эта камера называется как стандартные модели Hikvision, она получила прозвище «Панда» за свой уникальный дизайн, к тому же победивший на конкурсе Red Dot Product Awards Design Awards 2012 года в Германии. В Ганновере, если не ошибаюсь. Камера оснащена сенсором с разрешением 1280 на 960 пикселей и может давать в этом разрешении 25 кадров в секунду. Помимо всего прочего, камера имеет множество уникальных особенностей. В первую очередь, это мощная ИК-подсветка. Два мощных светодиода обеспечивают ночью дальность подсветки до 15 метров. Между ними расположен датчик освещенности, который, собственно, включает эту подсветку ночью. Также у нее есть стандартный пир-детектор. То есть камера совмещает в себе не только видеокамеру со встроенным, собственно, детектором движения, как у всех IP-видеокамер Hikvision, но и, соответственно, инфракрасный датчик движения. Ну и также на передней панели, разумеется, мы видим стандартный 4-мм объектив. Камера оснащена не только микрофоном и динамиком для двухсторонней аудиосвязи, но и сиреной. То есть в случае срабатывания пир-детектора мы получим громкий сигнал сирены, который отпугнет наших грабителей. Что еще интересного в этой видеокамере? Давайте откроем ее крышечку и посмотрим, что под ней. Здесь у нас расположены разъемы. Сеть с питанием по сети Ethernet PoE. Питание традиционное от внешнего источника питания и дополнительный мини-USB разъем. Также снаружи мы имеем стандартного размера USB разъем, с помощью которого мы можем опционально подключить туда Wi-Fi или 3G модем для обеспечения камеры беспроводной связи. В комплекте с камерой поставляется миниатюрный пульт для того, чтобы камеру ставить на охрану, снимать с охраны, включать дистанционно подсветку камеры или отключать сирену, если она сработала. Помимо всего прочего, у камеры есть слот для microSD-карт, поддерживающий до 32 гигабайт объем microSD-карт. Все IP-видеокамеры Hikvision, поставляемые на территорию Российской Федерации, в комплекте получают в подарок профессиональное программное обеспечение Hikvision для видеорегистрации.